мы с вами вступили в месяц Раджаб. Месяц Раджаб – один из тех месяцев, которые Аллах Субхана ва Тааля назвал запретными, священными месяцами. Аллах Субхана ва Тааля создал человека, создал время, создал место. И Аллах Субхана ва Тааля создает и выбирает из того, что Он создал, то, что пожелает. Как говорит Аллах Субхана ва Тааля: «Вараббука яхлюку ма яшау ва яхтар». И Господь твой создает, что пожелает, и выбирает. Аллах создал человека и выбрал из человеческого рода пророка. А из числа пророков избрал посланников, ар-русуль. А из числа посланников избрал улиль-азм, посланников, выдающихся, обладателей твердой решимости. И это пятеро. А из этих обладателей твердой решимости избрал Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И Всевышний Аллах создал место, и из всех мест на земле избрал Мекку и Медину, и Бейт-уль-Макдис, то, что называют Иерусалим. И Аллах, субхана ва тааля, создал время и избрал из времен на уровне недели, из всех дней недели, Йаум-уль-Джума, пятницу. И избрал из всех дней года, Йаум-уль-Нахр, день жертвоприношения, 10-е Зульхиджа, это самый лучший, самый любимый день для Аллаха, субхана ва тааля, в году, как об этом говорят хадисы. И избрал из месяцев, месяц Рамадан и 4 месяца, которые называются Аль-Ашхуруль-Хурум, запретные месяцы. Эти месяцы называются запретными, то есть священными, из-за их особого положения, особого статуса, из-за того, что грехи в них, они особенно считаются омерзительными. И сказал Аллах Субхана ва Тааля: «Инна иддата шурури инда Аллахи сна ашра шахра». Поистине число месяцев у Аллаха 12 месяцев. «Фи китаби Илля йаума халака ас-самавати вал-ард». По писанию Аллаха в тот день, когда Он создал небеса и землю. «Минха арбаатун хурум». Из них 4 священных, 4 запретных. «Залика динул кайям». «Фала тазлиму фихинна анфусакум». Это и есть прямая религия, так не притесняйте же в эти месяцы свои души, совершая грехи. Эти месяцы, это месяц Зуль-Каада, месяц Зуль-Хиджа, месяц Мухаррам, которые идут подряд. И один месяц, который стоит отдельно, этот месяц Раджаб, тот месяц, в который мы с вами вступили.